Большое событие в Полевском сельсовете Курского района. Там открылся обновленный после ремонта фельдшерско-акушерский пункт. Около 1000 жителей получили доступ к первой медицинской помощи. Наша съемочная группа побывала на месте. Территория обслуживания 11 деревень Полевского сельсовета. Раньше, прежде чем принимать пациентов зимой, заведующая ФАПом Марина Халина топила печь. Теперь здесь комфортно и тепло. Все внимание работе. Прививочная работа идет, детское население прививается, и патронажи после рождения деточек осуществляем. Также у нас это лицензирование прошли, фармацевтическая деятельность ведется, продажа медикаментов идет. Ну и также перевязка, все, что назначают, внутривенные инъекции. Для жителей деревни Муравлёва и ближайших сел завершение ремонта ФАПа – большое событие. Фельдшер здесь еще и психолог. Придешь, она и давление измерит, укол сделает, и душевно с ней можно поговорить. Уходишь от нее, словно бы камень с души какой-то, если тебе тяжело, падает. Очень значимое событие. Это большой подарок для жителей деревни и для всех остальных. На ремонт было потрачено чуть более 2 миллиона рублей. Всего в Курском районе таких фельдшерских пунктов 33. За последние 3 года отремонтированы 8. Другая хорошая новость – нет дефицита в кадрах. Благодаря близости областного центра и поддержке по программе «Земский доктор» специалисты охотно идут работать на село. Вот уже на протяжении 2 лет нам потребности нет во врачах. Полностью укомплектовано. За 3 года земский врач у нас трудится порядка 18 врачей. В этом году власти района при помощи областного бюджета планируют привести в порядок еще несколько ФАПов. Александр Юров, Сергей Дорохов, телеканал «7».